Потому что Яндекс.Карты берут информацию из народных карт. Это карты, как черновик. Люди, которые местные жители, они дополняют всякие нюансы в карту, изменяют. И опираясь на это, выпускают новые Яндекс.Карты. Но сколько бы вы правок ни делали, придет модератор и половину ваших правок удалит. Вот я камеру, например, повесил. У нас новая камера. Дорожная камера, которая контролирует скорость. Вот. Он мне написал: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, это стационарная камера или камера на штативе?» Я его сообщение поздно увидел, и он мою камеру удалил. Хотя я им позже написал, что камера стационарная, камеру он уже обратно не вернул. Это еще хорошо, что вот они предупреждают, там пытаются общаться. А другие модераторы половину моих правок удалили просто без предупреждений. Я даже не знал о том, что мои правки удалились. Вот за сегодня. Ну, на улице был дождь и я решил забить на игры, потому что Яндекс.Карты мне показались больше интереснее, чем игры. Ты как бы лазишь по городу, вспоминаешь всякие случаи с тобой произошедшие. Интересно. Всякая ностальгия. Ну вот, из-за того, что модераторы очень много удаляют изменений, у людей опускаются руки. Опускаются руки, они обижаются, уходят. И карты остаются без изменений. Всем пока.